Зоозащитница Светлана Майорова из Самары стояла на балконе, когда увидела на улице очень худую, большеглазую кошку, бродящую около мусорной площадки. Девушка, не задумываясь, решила помочь бедняге, которую назвала Самантой. Взяв на руки отощавшее животное, Светлана тут же поняла, что у нее есть какие-то проблемы в области грудной клетки. Она отнесла кошечку к ветеринарам, которые поставили диагноз «мастит». Светлана вплотную занялась лечением своей новой подопечной. Саманта вела себя хорошо, с аппетитом ела и не шалила, а лишь удивленно смотрела на мир своими огромными глазами. Кошечка явно была с породистыми корнями, воспитанная и умная, наверняка раньше жила в квартире. Но поиск предыдущих хозяев результата не дал, потому после выздоровления можно было начинать искать новых. На красавицу Саманту нашлись желающие, но спустя несколько дней после того, как ее увезли в новый дом, новоиспеченные хозяева позвонили Светлане и настойчиво попросили забрать кошечку назад. В лоток, по их словам, она ходила отлично, когти точила в специальном месте, на стол не лезла, не делала ничего плохого. Причину для возврата люди объяснить так и не смогли. К счастью, Саманте довольно быстро повезло, и она смогла найти настоящих хозяев, с которыми у кошечки полная семейная идиллия. «Она наш маленький энерджайзер», – делится эмоциями хозяйка Саманты. «Хорошенькая, деловая, любит играть с мячиком, спит только с нами. Она славная девочка, мы с мужем ее очень любим». А вы брали животных из приютов? Если да, делитесь своими историями в комментариях.